Такие конкурсы, как конкурс международного права в 21 веке, стимулируют профессиональный рост молодых юристов и молодых специалистов и также способствуют развитию международного права. Потому молодые специалисты являются будущим международного права. И, по-моему, для них исключительно важно принять участие в таком конкурсе международного права, потому что они имеют возможность оказать влияние на будущее международное право, так числом на будущее международное сотрудничество и международное правосудие. Я наблюдаю, что конкурс более и более интересный и важный для молодых специалистов и юристов. И я очень-очень рада тому, потому, как я сказала, я верю, что участвование молодых специалистов очень-очень важно для них, но тоже для международного права.